Тем, кто сегодня выходит на железную дорогу, тем, кто вешает фашистские знамена на линии электропередач, словом, те, кто сегодня пытаются разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, я уже замечание делал генералу, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов? Будем действовать.